Вот самая актуальная тема, которая волнует армянское общество, ночью Азербайджан применил артиллерию, беспилотники, 4 погибших человека в Нагорном Карабахе. И вот хочется узнать, и парламент Нагорного Карабаха обратился к России, к российским миротворцам, чтобы они предпринимали более действенные методы для обуздания вот агрессивной политики Баку. Хочется узнать, что кроме публичных или непубличных заявлений намерена делать Россия, чтобы все-таки остановить и добиться от Баку выполнения трехстороннего заявления. Мы обеспокоены участившимися вооруженными инцидентами и нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Мы призываем стороны к сдержанности и урегулированию всех спорных вопросов мирным, политико-дипломатическим путем во взаимодействии с командованием российского миротворческого контингента и считаем, что деэскалация ситуации способствовала бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора и созданию условий для нормальной жизнедеятельности мирного населения.